Меня зовут Элина Элис, я художник, автор, иллюстратор детских книг и не только. Я также время от времени читаю лекции и мастер-классы по детской иллюстрации и веду очень познавательный блог, абсолютно бесплатный, где новые статьи выходят каждую неделю. Очень рекомендую. Сегодняшняя лекция у нас посвящена общей теме иллюстрации детских книг. Это очень-очень объемная тема. Но сегодня я постараюсь вкратце рассказать о самом главном, потому что иллюстрация детских книг – это обширная тема, ее не охватить ни за 2 часа, ни за 20. Но эта лекция вам позволит получить азы, все самое важное. Эта лекция может служить вам базой для дальнейшего развития. Я вам не советую делать какие-то записи, потому что информации очень-очень много. Просто слушайте, слушайте, смотрите. Если хотите, можете фотографировать кадры, но в принципе эта лекция будет доступна онлайн. Где-то через месяц вы сможете ее посмотреть в хорошем качестве. Информации много. Лекция очень насыщенная, поэтому впитываем по максимуму. Если у вас в процессе лекции возникают какие-то вопросы ко мне, сразу их не задавайте, но обязательно запишите и спросите после лекции. У нас будет полчаса ответа на вопросы. Потому что если вы думаете, что вы запомните ваш вопрос, вы его не запомните. К концу лекции вопросов будет слишком много, один перекроет другой, в итоге вы ничего не будете помнить. Если вдруг в процессе возникает вопрос, сразу запишите быстренько, чтобы не забыть. Итак, начнем. Иллюстрация детских книг, все, что вам нужно знать и уметь. Начнем с того, какие типы и виды детских книг существуют на данный момент и какие наиболее распространены на международном рынке.